Маящер где? О, лежишь ты там. Он у меня потеряет. Отец Кирилл там появился в окне. Машет рукой. Давай, открывай ворота. Нам тут некогда. Вы заехали? А, вы заехали, это лучше. Заходим, как ты. Немножко поразительно, я сейчас залезу тут. Тут у меня прибор такой есть, для высшего слушания. Что-то ты кричал, вот так не расслышал. Ну, подождите, я эту дверь не закрыл. Закрыли машину-то? Закрыл, закрыл. Все, машина. Где-то он здесь махал рукой. Ну-ка, давай. Идем к отцу Кириллу с охраной. Постучите. Постучите. Идем. Постучать надо. А, постучать надо где-то. Постучать надо. Слушай. Лежа, придумал. Все. Ладно. Тут ничего нету. Где-то, я не знаю, где ее искали. Утром уже. О, везде его фотография, там в больнице. Где он? Одевается уже. Одевается. Ничего себе. Подвижники. Подвижники уже из Барнаула приехали. А ладно, тут видно Москва-река. Господь благословил. Тут мы были у него позапрошлом году. Прекрасно. И там под сегодня поправимся, но это вопрос. Сразу созвониться. 31 мая 2014 год. Мы на Берсеневке в Москве у отца Кирилла. Игнат Тихонович готовится к проповеди. Таким образом ходит и рассуждает, что сказать. А отец Кирилл дал ему намек, что, чтобы в проповеди сказать о Вознесении, как связать это с нами, с верующими, вообще с людьми. И вот по этому дивному саду ходит наш брат и наставник Игнат Тихонович Лапкин и, видимо, рассуждает, что говорить. Вот он, храм на Берсеневке, где служит отец Кирилл Сахаров. У него был патриарх Кирилл, да и, наверное, Алексий был второй. То есть он такой известный батюшка. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, Святое Воскресение Твое славим. Распятый Иисус Христос широко простирает руки и зовет всех людей покаянию, и украинцев, и русских, белорусов, всех жителей земли. Слава Богу. Бог дал слово. Сейчас отец Кирилл пригласил сказать слово на Берсеневке. Это Берсеневская набережная, 22, тут метров 250-200 от храма Христа Спасителя. И вот он предложил сейчас только проповедь сказать на Вознесение. Вознесение-то уже прошло, но оно рядом тут совсем. Ну вот я пошел сюда, я знал, что тут гуляю по утрам рано, крест. Я не знаю, тут с чем связано, надпись стерта, непонятно. Ну я, что о Вознесении-то сказать? Вознесся Христос, проповедей-то на Вознесение практически никаких и нету таких. Мне нужно проникнуть в таинственный смысл этого. Это искусственно созданный праздник был на 10-й.
что же в нем Господь может заложить для нас. И вот это, ну, я пошел тут всего тут минут пять, как отошел от отца Кирилла, и проповедь уже практически готова. Сейчас он сказал, часа через полтора, потому что у него богослужение очень длинное, по 4, по 5, видимо, больше часов. Он, отец Кирилл Сахаров, он не единоверческий, он московской патриархии. Но он ведет богослужение на дониконовских книгах, все по-старообрядчески, абсолютно все. И иконы у него, просто побудьте на Берсеневке. Людям непонятно, так это же, как, это же старообрядцы. Повторяю, это московская патриархия. Он в больших переживаниях с Украины, с Донецкой, там какие события идут, его это близко касается. И он вчера начал задавать вопросы, когда мы ездили в консульство Великобритании. Я говорю, отец Кирилл, в воскресенье будут больше людей, заново задайте вопросы. Маленько я вам отвечу, а, ну, мне хочется, чтобы люди тоже узнали. В прошлом году мы много ездили по Украине, и нам это место знакомо. А люди, ну, люди те же самые, они в прошлом году и нынче. Мы только натравили друг на друга. Вот. Все, пойдемте. Я гляжу вокруг, валяются вот эти листики, видимо, кто-то обрезал их специально, прям вокруг, кто-то прошел. Если их посмотреть, вот оно, видно, что они обкусаны, обрезаны. И вокруг, посмотрите, по периметру. Вот. На них нету ничего, нет, видимо, чтобы шло в этом яблоке. Ну, конечно. Это яблоко или груша? Садовник это прошел яблоко. Вокруг, подкупировал его, прям видно по периметру. Да. Ну, пошли. Ухаживать надо все равно. На миссионерскую поездку дальше представляете сразу. Всегда им пишем. Христос, спаси нас. Помогай Бог. Ты знаешь, второй, куда мы едем-то? Англия. Англия. Португалия, слышишь? Греция. Дорогие Божие. Всю Скандинавию, Прибалтику. Так, и сегодня нам нужно, необходимо просто. Так, благослови его подойдет. Благословение, Господь Бог спасал. Это Виктор Савченко, наш корреспондент. Всегда непрестанно, Кирилл Христос. Вот так. Спасибо нас. Значит, нам нужно в первую очередь связаться с вами. Вот я. Вот я. Второе. Мы были когда в Грузии, и у нас там были неприятности. Они там что-то груз запечатали, нигде так не было. И нужно теперь, чтобы растаможили все это дело, что неправильно сделали, и не платить нам ничего. Мы взяли с собой отца Наума, это мой крестник, священника. Вот, мы туда поехали, чтобы он помог. У нас уже опыт такой, что нам нужно вас взять с собой, чтобы вы помогли нам в посольстве вырвать наши паспорты. Или они дали хотя бы знать, где они есть, наши паспорта. Все сроки кончились, и мы не можем получить. А у нас там шенгенская зона, мы вообще повисли. Говорят, тут не допускают. Я считаю, ну, мне так положено на сердце, что с вами у нас все получится. Вы без паспортов? Да. То есть мы получили, когда паспорта были тут в немецком посольстве, оттуда запрос, приглашение наше было. Шенгенская виза нам открыта. Такой порядок. Дальше мы идем там визовый английский центр, Великобритания. Они сняли отпечатки пальцев, все, приняли документы и отослали сюда. Через 3 недели получите. Через 3 недели, 4-я неделя, ни ответа, ни привета, ни паспортов. Нам нужно вырвать паспорта. Даже если скажут, они открыть, ну, они обязаны открыть. Они даже мотивируют, почему они нам не дадут въезд в Англию. В первую очередь, мы не первый раз заявились, это положительно. Второе, у нас приглашение от пастора. Я должен выступить там на какой-то конференции. Едем мы всего на 10 дней. Ну и все в нашу сторону. Просто у них нынче большой затор, много паломников туда едет. И они, кому раньше, то раньше, а нам как бы с 10 числа. А въезд в Шенген с 5. Нам необходимо просто вырвать это. А говорят, к ним не допустят. Я сказал, с Атом Кириллом нам путь будет открыт. Ну, все, что от меня зависит, постараемся сделать. Да, во сколько узнать они открываются, чтобы мы прям при входе. Сейчас написать нам заявление. Кто-то помог бы отпечатать на вашем. Может, даже на бланке. На вашем выходотайствуете. Выдать нам паспорта. Выдать визу там. Почему они не прислали? Самое опасное было то, что если мы поехали сюда, они в это время выслали
Барнаул. Но мы там поставили своего человека, который каждый день сверяется, и он срочной почтой посылает прямо в Калугу, где наша ставка. Куда мы деньги отправили. Ну, пойдем сейчас в храм. Там же кто-то есть у меня. Или совету в курсе. Что там, когда они ходили? Не ходили ли они? Не знаете? Я ничего не знаю. Елизавета с вами общалась. Да. Так, с вами нужно еще нам будет связаться с вашим телефоном, потому что нам очень дорого платить, а мы там в Москве. А русский дом, журнал, знаете? Да, там. Я туда посылаю свои материалы. Круто там. Да, пару раз печатали у меня. Да, и она в третьем номере была такая большая, вы знаете. И мы попросили... Дугина Александра, знаете? Да. Вот с ним тоже встреча. И я говорю, где наш дорогой, только у вас здесь. Да. Это, значит, суббота-воскресенье. Вот на это время. Пожалуйста. Да, мы должны, значит, утром рано в понедельник туда прибыть паспорта, если они уже ушли туда. Знали, что мы не чужие здесь, так же с нами собачка едет. Вот. Всегда. Да. Это никак. Мы же можем в местах. Все ночуем в сети, в лесополосах. Сколько у вас человек? Трое. Да? Сюда. Вот три человека, вот оно, все. И собака. Вот. В Англии, там, развили, сколько встреч, они готовят по Шотландии, везде, что-то не сюжет. Финляндия сильно готовится. У нас единственное, что оказалось, кроме библиотек еще, это Испания. Может, у вас кто-то найдется кто-нибудь. Где-то будет кто-то. Но хорошо. Птички щебечут. У вас кто-то покажет, поможет, точнее, интернет. Да. Поиск этой информации. Пусть кто-нибудь из вас кто-то знает. Ну, все через Елизавету. О, понятно, вы ее. Я благословляю. Да. Она у нас все одной с вами. Да. Все через нее. Мы потом попадаться придут еще в папе Франциско Венедикт. Через Грецию пройти. А идем через Турцию. В Анкаре не побывать, а в Стамбуле, где везде оставляют на национальные.